Всем привет, с вами Кейн. И сегодня мы продолжаем проходить мод Half-Life 2 эпизод 3. Боже, когда же я закончу проходить этот мод? Я уже настолько, блядь, заебался, что просто пиздец. Так, мне туда надо. Потому что настолько все плохо в этом моде, что, блядь, я уже хочу в что-нибудь другое поиграть. Так, тут закрыто. Понял. Этой дверку нельзя ломать. Есть кто-нибудь? Вот что тут. Так много крови. Так. Потрошки какого-то хуя. Здравствуйте, блядь. Да, блядь, сколько у вас тут? Блядь. Бежать. Суки. Где это? Это что, такие сортиры? Блять, кого-то вырвало бы. Так. Бать, ты-то откуда здесь взялся? Так, подожди, а что мне здесь делать надо? Вот здесь, сука, в зеркале я себя не вижу. Это минус. Ага. Короче, я так понял, надо здесь все сейчас зачистить, чтобы открыть проход. Охуенно чувак придумал. Прям, блядь, охуенно. Охуенный план. Как швейцарские часы, блядь. Так. Ну, здесь я зачистил. Вроде бы. Сейчас должен бы другой дверь открыть. Ага. Ну, да. Сука, охуенно, блядь. Угу. Чё сейчас здесь? Страйдер будет. И ничего. Зачем мне гранатометы дали? Ага. Сезам, откройся. Блять, опять ты. Где ты там? Мне типа терра уже начинает заебывать.
Блять. Опять, сука, блять, в невидимую стену нахуй стреляю, блять, заебало нахуй. Да неужели, блять? Все. Наконец, ну, блять, ну правда, такой бред нахуй. Блять. Боже. Мне плохо. Помогите мне. Так, ладно, пока полечимся. А в начале, блядь, этого мода, я думал, может, защищать буду этот мод. Я теперь понимаю, почему его, сука, обсирают. Чего, блядь? Да ладно, блядь. Это было... Пиздец, как неожиданно. Сука, а он еще, блядь, больно бьет, и бы. Охренеть. Блять. Сука. Блять, надо аккуратнее быть. Ебать, он прям. Сука. Берем снайперскую винтовку, блять. Здесь настолько больно, блядь, они бьют. Я, конечно, понимаю, вартигон-то опасные, блядь, но... Сука, я не хотел против них, блядь, драться. Они вообще считают, что я избранный. Ну, не я именно, а... Гордон Фриман. Так, надо поискать что-нибудь. О! Найс, не зря сюда зашел. Буду со снайперской винтовкой бегать. Так, сохранимся сейчас сразу на всякий случай. На нахуй. Сука. В этом толпа. Что тут так вас много? Повстанцы, что ли? Так, ладно. Блять. Че сделал? Я что, могу плавать на нем, что ли? Ладно, хрен с ним, подожди. Че за... Блять, я так и знал, сука. Я прям как жопой чуял. Только зачем его выпустил-то? Куда ты, блядь? Да, блядь. Готов. А, да? Забавно. Так. Опа. Борей. Ебать. Значит, я близко к концовке. Скорее бы уже закончилось это все. Так. Мне надо... Куда?
Что, сюда, может? Нет. Точно не сюда. Тогда куда мне? Попробуем сюда залезть. Не знаю. Что-то пока я понять не могу, куда мне идти. Сука, самое забавное, еще и плюсиков, и еще и плюс не показывается здесь. Ага, понял. Это я возвращаюсь назад. На какой хрен, только непонятно. Может, снова попробую включить его? Хотя, опять же, подожди. Тут какой-то провод есть. Ага. Ой, блядь. Я понял, зачем была ракетница здесь. Точнее, ракета, ящик. Это страйдер здесь. А он, сука, больно бьет. Сука, вообще ни хрена не попал. Лежать. Тихо, блядь. Готов. Сука, 35 хп. Сохранение. Нужны хпшки. Прям срочно. Че тут? И зачем мне сюда? Ой, блядь, 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 блядь. Я понял. Ну, пиздец. Так. Этими шарами сейчас двоих ушатаем. На, нахуй. Нюхнул, блядь, бебру. Сучара. Окей. Значит, мне сюда. Чё за... Ворт опять буянит, что ли? Блядь. Где? Сука, опять вортигон тут буянит. Ну да, тут вортигон, походу. Просто знакомые звуки от вортов. Тут еще и советники, блядь. Так, что, нырять? Ой, бля. Так. Кстати, какие-то пугающие звуки. Сюда. Плывем, плывем. Да ну вас нахрен, блядь. Так. Где? Опять, блядь, этот советник нахуй буянит. Что, они против нас, что ли, хотят сказать? Так. Окей, сейчас полечимся. И будет все заебись. Так, я так понял, я сейчас уже в Барее. Я
По крайней мере, на это надеюсь. Нет, я еще не болею, походу. Понял. Понял, все. Факелы. Какого-то хрена здесь делают. Блять, а куда попал вообще? Так. Подожди. А, ну сюда. Это же логично, ебать. Опять ты, блять. Блять, у меня есть такое подозрение, что здесь... Нет, это не босс. Мне такое ощущение, что у меня будет здесь какой-то босс. С этим хуйлом, блять, худощавым. Тут их прям очень много. А я еще, блядь, жаловался. Где зомби? Где зомби? Блядь, лучше бы вообще ничего не говорил. Так. Что тут у нас? Где ты там? Что за музыка? Блять, аж напугало нахуй. Что за звуки, блять? Хватит пугать, ёб вашу мать. Я сегодня, сука, блядь, не готов к хоррору, блядь. А туда, сука, и сердечко, блядь, остановиться может. Ну, короче, понятно, здесь только быстрые зомби, ебать. Что за звуки, блядь? Опа. Что это тут? Что это за место? Да ладно, блядь. Что происходит? Лежать. Блять, тут их очень много. Сука. Да сколько их тут? На нахуй. Лежать. Так, мне надо сюда. Да ты заебал, сука. Загрызешь меня сейчас так, блядь. Где я нахуй? Ты чё, боец такой? Блядь. Я так и понял, что они на потолке, блядь. Сейчас. Блядь, можно убежать от них? Они меня просто заебывают, эти твари. На, нахуй. Где ты там, сука? Ой, блядь, блядь. Да ну нахуй, блядь.
Боже, такой бред, а не мод, блять. Что-то какая-то дверь знакомая. Окей, она не открывается. Понял. Я вас понял. На всякий случай. Блять, а куда мне? Что? Чё за звуки? Блять! Тупой уёбок, сука! Сука, я реально этого разработчика ненавижу, блять. Боже, блять, вот, блять, создал такую локацию, сука. Сюда. Сука, не разрап, а уебу какой-то, блять. Где я нахуй? Чё, хочешь сказать, что я в барее, что ли? Космические корабли, звездные войны, блядь. Хайфлайфовская версия, блядь. Боже, блядь, ну такой бред, блядь. Сука, я фанат этой игры, блядь, мне... Такое ощущение, что меня, блядь, насрали в душу, блядь. Какие-то космические корабли, что, блядь? Что за идиотизм? И зачем? А, я понял. Надо прыгать, да? Так я не допрыгну. У меня не получится этого сделать. Блять, вот я вообще тебя не ждал. Сука. На. Как мне туда-то попасть? Что, может быть, можно на что-то еще нажать? Блять, я понять не могу. Сука, что мне это? А, все, понял. Сдохни ты нахуй. Боже, блядь. Так. Чё я открыл? Блядь, что-то я нихуя не понял. Бля, серьезно, сука, заместо того, чтобы лучше ползать показать, где, сука, именно, я что-то открыл, блядь. Нет, нахуй, именно, не надо показывать, что тут, блядь, нахуй, надо я открывать, блядь. Хуй поймешь, блядь. Этих уебанов. Что? Что происходит?
Я что-то запускаю, что я что-то понять не могу. Что мне делать? Мне надо как-то наверх подняться. Да неужели, блядь? Ну давай, покажи, что какую-то там хуйню сотворил. И чё? Серьезно, что ли? Ага. Понял. Ну и нахуй. Окей. И тут включаем. Угу. Что тут? А тут что? А, доступ закрыт, я так понял. Ну давай сюда. Ой. Ты серьезно, что ли? Блять, нахуя эту хуйню показывать? Вы мне скажите, блять. Сука, кто, блять, эту хуйню вообще придумал, блять? Так, и сюда. Угу. Так. Что у нас тут? Тут у нас никуя, так что надо сюда. Или нет? Тоже не туда. Понял, тогда надо... Может сюда? Ну здесь можно что-то сделать, но... Да ты, блядь, вот... Сука, прям, блядь, реально, не минуты покоя, нахуй. Хуй отдохнешь от этой хуйни. Так, что, наверх пойдем? Сезам, откройся. Сука, я уже, блядь, не привык к этим посторонним звукам, так что мне на все поебать. Кто там, что там буянит, блядь? Лежать. Ой, боже. Какой бред, блядь. Ладно, все, забыли про это. Блядь, надо прям быстро пройти эту херню. Че, Ортигон ты, что ли?
Твою мать. Их там прям целая толпа. Хуй ты меня стреляешь, блядь? Кто там, блядь, ломает все? Лежать, блядь, заебали нахуй. Так. А, это я еще не в корабле был, серьезно? Вот теперь это корабль. Мы к нему подходим. О, Клянер сидит. Хуль ты там забыл, блядь? Так. Теперь начался третий эпизод, блядь. Просто такой пиздец, блядь. Хотя, опять же, сейчас начнется такая, сука, наркомания. Это просто пиздец. Так. Лябда какого-то хуя здесь. А там чё? А там нихуя. Там нихуя. Ладно. Ой, боже, блядь. Давай, открывайся. Что происходит? Угу. О, блядь. Что, советник здесь, что ли? Нет, это не ломается нихуя. Открывайся быстрее. Сука. Так. Я слышу зомби. Рин? Хули он там забыл? Жермен? Глюны, блядь. Так. Так, давай, открывайся. Я так и знал, сука, я же слышал тебя, тварь. Блять, это мы до сих пор болеем? Или нет?
Нет, это уже, походу, не Борей, нихуя. Охуеть, блядь. Как быстро закончилась поездка, блядь. И что? Ладно, хуй с ним. Это, походу, здесь не надо ничего нажимать. Так, наверное, сюда нам. Где, блядь? Блядь, ты что, издеваешься, что ли? Это что за, блядь, станция, нахуй, чужих? Так, я понял. Что нихуя не понял. Как-то быстро я его расшатал. Так, окей. Ой, блядь, боже, как же ты, сука, заебала. Лежать. Точно, дробовик же есть. Хуя, я тут мозг ебу. Лежать. Сука, лежать, сказал. Так. Так, окей. Все здесь? Отлично. Лежать. Что я делал вообще? Так, подожди, там что-то есть. И нахуя? Сука. Сука, это уже нихуя не третий эпизод, блядь. Борея нету, блядь. Какие-то космические станции, что это, я не знаю. Блядь. Ой, сейчас опять эту смотреть эту хуйню, блядь. Ты хоть говори, ёб твою мать, блядь. Я так понял, нам придется походу Кайнера убивать. Так, у меня какого-то хрена монитор потух. Неожиданно просто. Да сука, сдохни ты, блядь. Блядь, вот. Где ты, гнида?
Охотник. Прячемся нахуй. Блин, капец, как я вовремя убежал. Однако нужна аптечка. Блять, вортигон ты, сука. Да блять, ты серьезно, сука, ну блять. Ой. Я, бля, проклинаю человека, который сделал этот мод, нахуй. Хуль ты молчишь, блядь, хуйло. Ой, блядь. Минуты, блядь, покоя. Живучий, блядь. Так. А, да? Как он нахуй держится, я понять не могу. Так. Лечимся. Так. Лезем сюда. Кто? Так, окей. Возьмем винтовку. Сжать. Нахуя сюда вортигон-то, блядь, телепортируется, понять не могу. Пытаются остановить наше уничтожение. Так. Что, мне не сюда? Блять. Так, понял. Нам сюда. Ага, понял. Ой, боже. Что тут за пиздец происходит? Так, куда мне? Так, наверное, сюда. Вот сюда. Хера себе. Жать, блядь. С
штука. Походу, правда, придется его убивать. Да ты заебал. Ой. Ой, блядь. Сука. Лежать нахуй. Тупой уебок. Ой, так. Блядь. Сука, как же это бесит, а? Ну ты чё, лезь? Спасибо. Заебал, ебучий гном. Такое ощущение, что это какое-то издевательство, блядь. Ебать. Охотники. Тут меня это пиздец как пугает. Да, я так и знал, блядь. Блядь, их тут дохуя. Так, окей, первый готов. Сохранение. Лежать. Окей, второй готов. Так, все, валим отсюда. Блядь, да ты серьезно, что ли, блядь? Короче, бежим вперед. Уебанская херня, блядь. Нахуя вы мне показываете комикс? Если я, сука, хочу поиграть, блядь. Ну реально, бред, блядь. Нахуя мне эти комиксы, блядь? Или это чисто чья-то реклама, блядь? Раз так, то это охуенный способ, блядь, сделать третий эпизод. Бежать. Да ладно. Ой, блядь. Я хоть спускаюсь. А, да? Только я сейчас начал спускаться. Заебись. Блять, мне это начинает заебывать, честное слово. Сука, мне реально так нервов не хватит, блядь. На этот мод, и, блядь, реально я, сука, ливну с этой игры, блядь. Настолько все хуево, это просто пиздец. Какие-то, блядь, что это, блядь, розовое что-то все. Где я нахуй? Ой, блядь. Блядь, я что, вернулся, что ли? Ой, так. Блядь. Чё? Да наконец-то, блядь. Не прошло года. Так, а куда мне? Так, ну, наверное, не сюда. Ну, что тут? Понял.
Тут закрыто. Тут сломать можно, все. Так, загрузочка прошла. Сегодня мы на этом закончим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И увидимся на следующем моде. Ой, в следующем моде. В следующем видео. Пока.